Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И я поздравляю всех-всех-всех с новым 2017 годом. И сегодня мы открываем один из моих новогодних подарков. Это бутик Рабиц. В этот набор входит сам наш бутик в виде книжки. Сама пони Рарити и 20 аксессуаров. Давайте рассмотрим коробку. На коробке изображен бутик раскрытый, пони и все аксессуары. Написано коллекция Cutie Marker Magic. Нарисован такой плакатик о приложении My Little Pony. Там вот такое сердечко еще помогает играть с пони по приложению. Это My Little Pony, серия My Little Pony, производитель Hasbro. Тут у нас рисунка, вот такой рисунок с бутиком и с нашей Рарити. А это бутик в сложенном виде. Ну что ж, давайте открывать. Ой, пони какая у нас тут. Так, открываем, что же у нас тут за вещь есть. Вот такая у нас красивая пони в очках, пони Рарити. Наши аксессуары и наш бутик. Вот такой бутик. Такой бутик упакованный. Ну, все же давайте начинать с нашей пони. Давайте мы ее откроем. Так, вот сейчас ее тут даже резать вроде бы ничего не надо. О, так она у нас легко вылезла. Так, у нее там... Гриву не задеть бы. А у нее тут что? Грива запакована. Главное, волосы ей не отрезать. Вот, сейчас мы ее освободим. Вот так вот, да, сейчас. Сейчас она у нас, вот, все. И вот такая красотка Рарити. Такая вот пони. Единорог. Вот такая с ней еще шла линеечка. Ну, такой метр, не знаю, сантиметр, чтобы шить наряды. И ее очки. Вот такие очки оранжевые. Вот так это ей, наверное, одевается. Вот так как-то. Ну, они у нас вот так. Еще с ней шел вот такой туалетный столик. С зеркалом. Вот такое зеркальце. Ой, только оно как-то не очень стоит, как я вижу. Ну ничего. Ой. А давайте сейчас откроем наш бутик. Вот наш бутик. Мы его достанем из упаковки. Так, сейчас. А, тут даже ничего резать вроде не понадобится. Может, здесь только чуть-чуть. Оп, и все. И вот это наш бутик. Вот такой вот бутик. В сложенном виде он выглядит вот так вот. Тут еще такое сердечко, которое закрепляет. Это бутик выглядит у нас сзади так, как сумочка такая. Вот спереди у нас такой бутик спереди, вот красивый. Вот так он сейчас выглядит. Тут такие узоры красивые. Ну, давайте посмотрим все же, что внутри бутика. Открывается он очень легко. Ой, давайте посмотрим. Тут вот комната Рарити. Это у нее ведь бутик. Тут она продает вещи всякие. Вот такие вещи. Перещелкиваем. Это ее ванная. Такая ванная комната с душем, с полотенчиками, с зеркалом. И перещелкиваем дальше. Ее спальня или мастерская. Кто смотрел мультик, знает эту комнату.
Давайте еще раз, ой, рассмотрим наши аксессуары, какие шли в этом наборе. Аксессуары 20. Сейчас мы с вами посчитаем, сколько их. 20 ли их или нет. Ой, какой красивый Гуцци. Какой он красивый. Вот у нас идет такой стенд. Красивый. Вот такие, такая, ну, как бы сказать, вешалка для одежды. Ой, подождите, а это манекен вроде такой. Вау, посмотрите, какой манекен. Вот такой манекен, он вот так вот одевается. Вот так вот ставится. На него можно вот, например, видите, вот это такое... Эр нарисовано такое, как бы, такое, как бы, можно сказать, такое седло или накидка какая-то красивая, меховая такая. Вот так можно надевать там, шить ее, подшивать. Это, как я поняла, вот если спишь, на глаза одеваешь, это, наверное, пони надо одевать. Сейчас примерим ей, как это ей будет выглядеть. Какой-то странно одевается. Так, подождите. А, вот так вот ей это одевается сейчас. Вот. Вот так на глаза. Это она, наверное, так спит. В кроватке. Сладко спит. Так, давайте посмотрим дальше. В наборе еще шла розовая расческа. Чтобы расчесывать ее гриву красивую. Это стенди, кстати, я знаю, зачем он нужен. Это вот так ставить манекен или поняшу. Давайте пока поняшу поставим. Это такая ванна для ванной комнаты. Вот тут вот ванная комната. Наверное, стоит тут ванна. Такая, с пузыриками. Ой, не падает моя. Так, потом, еще для ванной комнаты у нас идет вот такие полотенца. Идут вот такие оранжевые полотенца на подставочке, как в спа-салонах. Огуречная маска, это тоже, как я понимаю, пони одевается. Ну, давайте проверим, как это одевается у нас. Ой, пони, не падай. Так, ой, ой-ой-ой, давай, пони, одевай. О, и огуречная маска тоже прекрасно выглядит на ее лице. Так, давайте посмотрим дальше. Вот, эта вешалка, я знаю, зачем она нужна. Вот так вот вешать вот эти вешалки сами. И еще на них вроде бы как наряды. Вот так вот можно вешать. Вот так наряды. Вот тут такая юбка есть. Она как-то вот, я видела, вешается. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим. Вот так она вроде вешается у нас. Сейчас вот так вот. Ну вот, чудесно висит. Так еще вот ездит такое на колесиках. Очень удобно. Еще вот такая юбка. Красивая, очень модная. Наверное, манекен или вот так на пони. Надеваешь. О, так на пони хорошо это идет. Вот так вот сделаем. О, чудесно идет. Великолепно. Потом еще идут вот такие флакончики. Ой, еще идут, ой, вот такие вот флакончики всякие. Это, наверное, прыскать, может быть, на ее гриву там, не знаю. Вот давайте сюда поставим пока. Или вот на комодик этот. Давайте поставим. Это, наверное, надо мыть копытцы, ну или тельцы, я не знаю, вот такое мыльце. И вот такие духи, ароматные, наверное, очень. Ой, что это они у меня падают? Вставайте, духи. Вот и духи ставят. Вот таких три красивых средства для красоты. Еще в наборе было три одежды. Вот такая юбка. Вот такая юбка. Вот я, кажется, поняла, это какой-то халатик вроде бы. Две юбки, халатик. Три одежды, очень красивые. Вешалка была. Вот такая вот вешалка на колесиках. Стенд. Манекен. Полотенце. Ванночка. Потом огуречная маска, вот такая на пони.
вот этот метр, наверное, всякие вот духи и тому подобное вместе с нашим туалетным столиком, ее гребеночка и ее оранжевые очки, они вон там у меня, вот они, ее очки. И получается у нас вроде бы целых 20 аксессуаров. Ой, ну еще расчесочка. Ну, вот такой у нас был хороший набор. Я бы сказала, очень хороший. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч! Пока-пока! Пока-пока!